Готов? Конечно. Ты что, лутаешь без меня? Да. Какая И картинка тут с тобой. сочная, ребята. Вы видите? Грендель, ну давай, говори про твой немецкий. Я знаю пару фраз на немецком, но их при Соколе говорить нельзя. Можно сразу в аудиосообщении. Я даже могу озвучку включить. Это точно у нас PUBG. Че я озвучку-то не включаю? Так, рыба, котик, это не то. Ща. Всем добрый вечер, друзья. Напоминаю, что завтра у нас будет Варик. Продолжается Rejuvenation Cup. Я его до этого не стримил, но сейчас уже вроде как близко к финалу. Да, самолет прям по курсу. 340. Вижу. Алло. Фалькин. Рихт или как? Направо? Куда? Как правильно? Рехтс. Рехтс. Шнелле. В смысле, арбайтен. О, да. Погнали. Иксовочки у тебя нету, да? Иксовочка у меня есть. Красава. Значит, я лутаю. Я что-то не понял этот отжим. Ладно, лутай. Ай, спасибо. Ай-яй-яй. Так, едет, кажется. Послышалось? Тоже что слышу. Кажется, это остатки от самолета были, который улетал вдаль. Если там иксовка будет, возьми, пожалуйста, отдашь. Конечно. Их либо игл. Новая пушка. Либо... Да? Пожалуй, возьму. Она топовая. Да? Патрики ограничат. Угу. Их. Иксов не было, да? Иксов не было. А, был икс. У меня X2. Хочешь? Но. Еще вот, смотри. Extended там всякие. Go. Поехали, арбайтом. А можем, кстати, на нашу точку, ну, типа, пострелять по тем людям, которые будут проезжать. Да-да, сюда, yeah. Или потом сюда. Там. Ну, я наверняка понял, кто-то да. Будет. Ну, я полутал сначала, нормально. Angry Fran Шершторен. Что? Цершторен. Цершторен. Что такое Цершторен? Скажи, Сокол, ich bin dein Vorgesetzter. 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 Ich bin dein Vorgesetzter. Я твой шеф. Ну это я так часто говорю в последнее время. Что, забывает просто, не подчиняется? Да. Приходится врубать босса, как сказал бы Игорь Андреевич. Вытаскивать письку и говорить, что алло, у меня больше. И все, и проблемы решаешь. А здесь есть парапланы? Или я зря канистру взял? Есть парапланы. Есть, да? Хорошо. Редот нужен до сих пор, иксовочка. Ну, тройку я могу тебе выдать. Тройка лучше, чем двойка. Угу. Какая логика? Редотерс. Скарелька. Айзонерс. Есть. Нужна тебе скарелька здесь? Есть. Ты, я смотрю, ничего не боишься, да? Угу. Здесь компенс на снайпу есть. Нужен компенс на снайпу. Да, конечно. Едет. Блин. Мимо. Они были готовы сражаться. По ним кто-то стрелял, что ли? Нет, это они стреляли. А. Сам летит новый. Дроп. Остановились или нет? Блин, Red Sonyers. Выездим быстро. Нет, едут назад. Хорош! Бегу. Где? Инфу дай. Изи, все, минус два. А, окей. Как? Пегги поддержал ваш канал Крейн, на 100 рублей дроп и далеко, ну дроп надо в опасном было месте. Перекинуть на карту денежку,
чтобы задонатить. ПС, надеюсь, не забанит Гроздойчланд Пека. Гроздойчланд Пека. Феникса нету моего. Есть X8 здесь. Ну, возьму. Ну, возьми. Ну, это не последний, кто выехал. Это вообще товарищи не оттуда. То есть я бы. Как-нибудь вот на 320 туда вот. Восьмерка да. Там оставил. И Red Dot. Мы не будем брать вторую машину? Давай, бери, я заберу. Бери. Ну, давай, ты что-то. Забери. Аристократ говорит, все спросить, где резидент. Ну сейчас же уже другая трансляция, сейчас уже PUBG. Резидент начинался в 6 и закончился в 9.30. 3,5 часа было резидента. Для того, чтобы не пропускать трансляцию, помните, что у нас есть бесплатные, блин, уведомления об анонсах и о началах трансляции. Подписаться можно на Good Game слева внизу, там это избранное и все. Есть не просит, письма отправляет. Анонсы прилетают. Все прошаренные товарищи уже давным-давно... Шарили это. Да. Я вот на Сокола подписан. Сокол на меня подписан. Да, изи. Я смотрю Топку каждый всего. Раз, когда один он, раз блин, нажимаешь, играет. И все. Да? Ничего сложного. Так, Ружаня закрывается. Юга. Блин, ну ты. Проверял твою бдительность. Ее не было. Ой, едет, кажется. Может. А, сам лет. На взлет идет. С двумя кусями. Едет машина 200. Остановилась на нашем камне. Угу. Где-то вот здесь вот. Не проехала дальше. Уехала, да. Интересно, куда она вообще в ней едет? Круга типа. Ну, хотя вот... Да. Строк говорит, только в спящем режиме комп накапливает уведомление, потом как начинаете уведомлять минуты две. Ну там же можно, ну хотя да, тогда выбирать нужно, чтобы отписываться. Так, и что там? Вон же на горе за деревом спереди. Да? Не вижу. А, упыря, перед нами. Вижу допада. Второй сейчас, если в криво приземлиться, его убьем. Очень но далеко. Он ровно приземляется. Ну ладно. Привет от Паши тебе, Соколь. О, Паше тоже привет. Плазменный. Бегают по кемпу, те двое. Может побегут? Да не, зачем им? Ну, теоретически да, но практически может быть. Ты знаешь, да, сейчас новые метки, это их видно на карте. А, да, знаешь, да, ты говорил в прошлый раз, когда мы с тобой играли. Да, но ты меня кинул потом, потому что у тебя дисконнекты были одни. Перегрев. На втором этаже в доме сидит. Ну, если у тебя восьмерка есть, можем, в общем-то, попробовать поперестреливаться. То есть начнем стреляться, и будет видно, и он пикнет в окно. И мы его убьем. У тебя есть окошко вижен? Да. Правое. Ну давай, сейчас я выстрелю. Сейчас он высунется. Можем попробовать бахнуть. Любопытство-то сгубило, как известно, кошку. Ну не пикает. А план был хорош. Выбежал направо. Угу. Второй выбежал. А, они к горе прям идут. Хорошо.
Ничгдиас поддержал ваш канал сажусь, на 100 рублей и сообщает, а ты как выстреливай. Найти приложение ГГ для смарт-ТВ Samsung. Его пока нет. Или нет такого? Пока нет такого. Пока нет такого, но хорошая новость сегодня пришла, что наконец-то после долгих испытаний наше приложение, обновленное в Google Play, снова появилось, поэтому качается. Ну а покашки все равно доступны в куче ресайта. Думаешь, они на горе? Ну они выходили в сторону горы, думаю, да. Да. Это по тебе вообще стреляет? С твоей Нет, стороны подо стреляет. Мной. Где он? Да, прям под горой вот здесь. Как он здесь оказался, это интересно. А, о! А, сразу умер. Я убил, но, блин, по мне стреляют другие. И попали даже. Нифига себе, они меткие. Опа. Вписались другие. Да, вписались другие. Вижу машину с 200 в поле, сели, поехали. Но нет, это еще не все. Одна аптечка скинул тебе две вещи. Аккуратнее ты там стоишь. На мне. На метке. А да, аптеки. Сейчас. По тебе уже пытаются прострелить. Так, еще кажется с другой стороны там. Блин, ух ты. Что-то какие-то это, мега. Миткачи. Груз будем лутать, если у тебя пробито 100 самолет. Машина едет. Мимо. В 260. К нам может выехать взад, кстати. Не будет. Груз выкинул на Е. Поедем, не? Смотри сам. Да, останемся здесь. Окей. Встанусь с ветром на... Этот чел снизу какой-то был, это... Как он подъехал, не... Ну, он без мотора подъехал. Бесшумно. Откуда они стреляют? Из-за горы или из дома? Один был в гараже, другого не видел вообще. Mm-hmm. Он там. Может, они начали... А, вижу, из дома, да. С окошка. Окошко. Один с гаража справа до сих пор. Минус, голова. Другой внизу мансит. Да, вижу. Ой. Кому-то больно дважды было. Ой, а чё он не научился? А, стреляю, 250, 250. Блин, машиной блокируй. Спускайся, спускайся. Я не вижу где. Смока нет? Нет. Нормально. У тебя лишний смок есть? У меня есть один смок, могу дать. Скинуть? Нет. Да ладно, давай быстро. Уже поздно. Близко уже поздно. Кэмп. Можем чуть севернее сдвинуться. А не близко? Нет, ну счет, 250 стреляли из домов. А, нет, ты сказал близко уже поздно. Полики есть у тебя? Да. Да, держу. Поехали. Я возьму второго. На всем зону надо. Да-да-да, я говорю на север. Сдвигаемся. Давай, может, вот этот бомжи кэмп? Ну, который слева ты имеешь в виду? Или нет? Нашел ты. А, окей. Здесь закрыто, мы можем взять этот. Но здесь будут все ломиться к нам. Окей, ладно. Там не бомжи кэмп, он довольно популярный, там позиции хорошие. Ну ладно, поехали. Посмотрим, если что. Ну мы же с тобой бомжи. Значит, это наш кэмп. Окей. Опять сокол на колени, как так-то? Блэчик, ну блин. Black Lives Matters.
Что? Аккуратно здесь. Кажется... Нет, здесь машин. Не уверен, что резко, не помню. Собаки. А ну-ка, стоять. То ли от заборчика, то ли от двухэтажки. Сейчас машинку подпрыгну. Да, второй этаж, двухэтажки. Ты здесь вообще, Соколик? Да-да, и у меня здесь тоже чел. А, окей. Я слышу его шаги, но не вижу его самого. И это нехорошо. Что-то капать сократил к тебе. У меня 6 гранат. Ага, аккуратненько. Да ладно. Опа, с другой стороны стреляет уже. Сейчас спин тебе будет стрелять. Да, я понял так. Я внутрь зашел. Внутри вот здесь чел был. Да? Над нами, да? Видимо, да. И в доме напротив еще один. Есть флешка. Думаешь, второй этаж занять? Угу. Да. Ага. На втором этаже, да? Молот, вы меня подожгли, я отбежал. Блин. Пипец. Как он мне прям в лицо залетел. Не поднимешь, убивай все, тащи. А где он? Дверь просто закрой вот эту. Он наверху, другой где-то кинул. Подбегает другой. Блин! Ты не добил, да? Нет. Надо было сразу добивать, но я боялся, что он в этот момент при этой самой приджонится. Да, блин, Молотов очень топово залетел. Прям в лицо. Но было хорошо все равно, молодец, Миш. Пушка топовая, да? Наверное. Ладно, хорошо. Для первой разыгровочной. Приотстроенная. Ищем дальше. Чё, как там пульс подскочил? О, 95. Вот. Нормально. Ракетница — редкий предмет, позволяющий на карте, появляющий на карте, позволяющий вызвать особый... А, это те ракетницы. Я думал, установка зенитная. Есть и наша карта! Новыми цветами заиграла карта. На том мониторе она выглядела явно по-другому. Давай, это самое, мы в прошлый раз с тобой хотели полетать на дельтаплане, так и не получилось. Акцентируем внимание не только на сборе дропа, но и на бензине и дельтаплане. Я воль, мой капитан. Рыбабельный самолет, говорит Артур, но здесь мосты уже другие. Тут если и рыбачить, то где-нибудь на уже второстепенных мостах. Здесь вот, вот здесь вот. Потому что с этих... А с этим уже... Там дропы самолетов, блин, парапланы, паромы, как угодно можно. Как я не услышал его прыжок снизу, сверху? То есть не было этого характерного... Слышу разбитое окно. Слышал топот наверху. О, Уиллоу, привет. Ушла эпоха с новыми мостами. Тройная, привет. Да, ушла, к сожалению. Какая детализация. Что у меня с графикой?
А, все на ультре. Может, это перебор? Давай как-то поскромнее высокой поставим. Сразу плюс 30-40 FPS. Ну реально, куда ультра вообще? Ну ты поставил. А, все нормально. Эй. Что? А, на меня сейчас будут это. Откроют охоту. Как не это понял. Называют? Как это? Налоговая служба. Потому что. Я не заплатил налоги. С этих. У меня один счет есть, где я не заплатил налоги с него. Это серьезное нарушение? Да, финансовые нарушения, наверное, самые жесткие нарушения в Европе. И так как я сейчас сделал декларацию за 2020 год, ну и там все же счета, все банки обязаны налоговой предоставлять информацию. Так. Ну, какие налоги заплатил, нет, вот. И в 2020 году я только же более-менее начал на зарабатывать на этих, как называют, ценных бумагах. Ага. Да. И у меня был один старый счет, где деньги лежали, как это называть, ну, книжка, сберкнижка или как-то по-русски. Да, сберкнижка у нас они. Ну, проценты типа. Ага. Вот. На счету, на счет. Да. То есть, а в Германии ты имеешь право сумму это до 800 евро на человека. Ну, они не облагаются налогами. То есть ты банку говоришь, вот 800 евро законные, которые типа, ну, они это, я типа смотрю, чтобы, ну, чтобы вы не вычли из меня вот это все. Изи. И на том счету, то есть так проценты, это микро, ну вообще это ничтожно. У меня накапало, помимо всех этих, то есть я на этом, как на акции, все это правильно сделал, там, ну, эти 800 евро без налогов оплатил, ну, заработал, а другие все, заплатил все налоги. Так. А на этом счету я, к сожалению, мне пришло по-настоящему это письмо от этого налоговой. То, что я заработал лишние 3 евро и не подал на них, этот, ну, чтобы заплатить налог. Тебя депортируют сейчас после этого? У меня будет этот. Ну, скорее всего, если я все это обосную правильно, почему там туда-сюда, может обойтись, но там сейчас надо все писать, почему, зачем. А так это... Этого, как это называется? Подают судебный иск, или как это называется, за то, что я... уклонился от оплаты налогов. Я не ожидал от тебя такого, если честно. Да, вот такая вот дичь. Прохладная. Я сказал. О, сказал Оля! На работе. Да, что-то Оля закричала, я не расслышал. Я на работе это рассказал, они сказали, ну вот возьми 5 евро и кинем в лицо и скажи, без сдачи. Ну это да, все. Я, то есть... Как это назвать? Клеймо на меня наложили. Невыездной. Только-только начали играть у нас. Первая каточка буквально. Ты очень вовремя пришел. Ты все подлутал? Да-да-да. А ты здесь не лутал даже, да? Нет, там не лутал даже. Даже нет. Взял канистру. Встретишь, кричи. И собирай побольше всего потом патриков и прочего. У меня VSS и топ-лэнг. Ну... Окей. Лишний X8 есть у тебя. Так вот. Заплатите налоги и живите спокойно. Я, блин, испугался очень сильно, когда мне пришло это письмо. Потому что они обязаны дать у меня иск за уплату. Потом я пролистал дальше, где написано, что там 200, 150, 120. Ты-ка там... Есть разница в размере превышения или нарушения? Есть нарушение, тебе все равно на 50 евро штрафан. Есть нарушение, мне надо сначала это, ну, объяснить, то, что я просто, ну, не специально это сделал. Тебе не нужно забирать? Надеюсь. Нет, есть машина.
Самолет куда-то улетел. Это просто. Опять кеймер. Угу. А у вас нет единого кабинета, где вы там платите налоги, вам приходит счет? Обязательно нужно это самое... Ну, типа, не, ну, вам это... не приходит уведомление, что вы должны вот столько-то заплатить? Же... С... заработка вот с... как называют? С... подоходного налога, видимо. Подоходно, ну, то есть именно то, что я получаю с... Ну, с работы это понятно, а, с акцией, так. Груз С, груз С, с акцией. На мне лежит ответственность. Англосакций. Так. Вот такая вот. Все правильно сделано, просто я забыл про этот счет, и там вот эти пару копеек я не... Угу, осторожно, камень. Груз на той стороне. Так что я уже, это, серьезный парень. Может, открыто. Скоро судим. Ну, наколку набей какую-нибудь. На немецком. Я не знаю, стоит ли туда ехать. Блин, я не вижу, я потерял его. Где-то у Кимпа, На горе у Кимпа. А на той стороне? Да. Не будем, да? Не будем, естественно. Ну, можно, если хочешь. Ну, как бы очередь твоя, не знаю, то есть смотри сам. Ладно, не надо. За налоги в терячку не кинут, за налоги сразу... Эншлисунг. Вижу машина, поехали это. Убьем. А что такое Эншлисунг? Эншлисунг, наверное, расстрелять. Давай за мной, машина, преследуем. Еду. Погоня. Дачу проставим. Йоу! Мне минус голову. Еще я перевернулся. Вообще огонь. Не, я еще жив. Едь, они за тобой, я за ними. Блин, где-нибудь остановись или оторвись. У тебя быстрее машинка. Давай на вышку. Едут. Я вниз заворачиваю. Один снизу. Угу, нормально все. Есть. Красава, засада! Забачно. Как ты показал всем своим видом, что почти умер вообще? Я даже поверил. Только за телевидение забыл заплатить? Не, за это плачу. 50 евро в месяц уже. В месяц, 50 евро в... В... За 3 месяца. А что так дорого у нас, если с таким интернетом за 5 баксов у тебя ТВ сразу включено? Такая жизнь. А что так дорого, я не пойму. Такое впечатление, что у вас... Ну ладно, там какие-то людские темы, что зарплаты высокие. А тут-то чего? Провел интернет, и все, оно работает. Ах, попер. Я? Молодой. Неопытный. X8 тебе нужен? Да. Скинул. Ага. Ты компец не взял были? Здесь? Да у меня есть. Или много пятерок. Это прицел базовый, было бы неплохо, да. Нашел. Ну все, отлично приняли, Барсаков. Да изява вообще, Миша их так, ух. 5 баксов только в Москве, у нас, к примеру, 15, говорит Alan Wave. Да. У вас? Подожди, у вас Alan Wave, я не помню, откуда ты. Привет. Ну, Alan Wave, он в Новокузнецке, понимаешь? Это... Откуда ты знаешь? Вас! Я его встречал вживую, алло. А-а-а. Да! Ну ладно. Здесь, кстати, повсюду люди должны быть, судя по тому, как они... Можно полетать, может найдем этот. У меня уже как бы базово все есть. Поехали по дороге там, вон дальше. Здесь могут быть люди вполне. У меня каска пробита, салат. Мне прям снял. Да, люди... Ой, как громко, трындец. На заправке. Не только на заправке.
Я на маяк. Ай. А не, я на двухэтажку. Блин, я так хорошо приписюнился к заправке, а там эти другие люди были еще. Да, там еще стреляли. Это было неприятно. Опа. Ко мне, кажется, ехать будет. Ай, блин, я их не вижу. О, это уже другие. Сейчас меня обходить будут. Черт. Въезжают, я должен заходить внутрь. Давай ко мне. Так как тебе, ты чё? Уинт-64 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Скажи, сейчас меня штурмовать будут. А вам нужны сеньор фуллстачек девелопер 15 лет плюс XP. Сейчас меня штурмовать будет, смотри. Я смотрю на тебя. Не вижу их. Блин. Черт, не вовремя. Чуть-чуть не успел. На мне убивает. За машину лечится. Да. Закидывается больком. Встает. Перезаряжается. Готовится встречать тебя. Сел в машину. Вышел из машины. Да, спасибо, что пытался. Он меня без шансов как-то расшифровал. Такая карта хорошая. Так хорошо начали. Я там поромазал раз в голову, потом еще эти двое начали справа простреливать. Да я там другие, блин, очень спесили, ё-моё. Так бы этих бы изи. Я остановился там на кибиточке, знаешь, они про меня не знали. Все прекрасно. И сзади начали. Да. Бить. Такая карта хорошая. Липсом. Я старался. Ну, я понял, что в этой кибитке один простреливает вход, другой кидает гранату, мне не выжить. А как только вышел оттуда, увидел, что там дым, тут дым. Жуть. О! Битка номер два. Михаил, если Ахилл попадет, застрелишь без промедления? Я из уважения пару патрончиков пущу, так, таких, респектных. Но, естественно, разорву. Чё там Ахилл? Я каждый вечер смотрю, посмотрю его стримы. Ну, такой. Крепкий середнячок, назовем его так. А 5 баксов у вас сейчас какой нет? Так, а 5 баксов на сколько? Почти 400 рубликов, да? В Белгороде, я думаю, 100 мегабит за 400 возьмешь. Уже. Ну, там, 60, 80, 100, в зависимости от провайдера, вполне. А, ты пропустил вакансию через донат. Если не сложно, пришли, пожалуйста, на mikersobakgoodgame.ru резюмешку. Нам разрабы хорошие очень нужны. Но, возможно, сдвинется у нас немножко по срокам. Потребность, так скажем. Ну, вы тоже ж никуда не пропадаете, правильно? Со сферы. В МСК Ростелеком 500 рублей за 1 гигабит проводит. Да-да-да, там совсем другие цены. Гигабит, сокол, гигабит за 7 евро. Алло, меньше, чем 7 евро. Гигабит. Ты знаешь, что такое гигабит? Угу. Ну вот. Это бит, который в гиге. К примеру, у нас 100 мегабит 200, 300 рублей. Не, ну вот так, как тебя часто дисконнектит, то... Не знаю даже. Ну, в следующий раз мой хост будет просто и все. У меня сейчас пинг 53 до вашей Европы. Посмотрим, что у тебя будет с маршрутами. Да, да. Ладно, чё ты сразу, а? Что ты? И пересоберем пати после этой катки, все. Нет. Да выпендривайся. Нет. Курва. У тебя все в порядке, там чисто, никого нет. Угу. 10 гигабит, пишет Блайчик. Изи катка.
А, 10 баксов гигабит. Ну, это... Ну, чуть-чуть. Ну, нормально, да, хорошо. Окей. Хорошо, убедил. Медкомплект я специально для себя беру. И горный велосипед тоже. У меня дрон. Чувствую, Dream Team сейчас будет. Команда инвалидов? Угу. Это сейчас было, кстати, очень offensive. Не знаю, тебе штрафы не приходят еще за это такое поведение? Найн. Это пока. Как вкусно там что-то же готовит. Что-то вкусненькое. Фух, 2/3 брони друг за дружкой, нифига себе. Планшет. Нет, для дрона. Нет оружия. Здорово, брат. Стиха, привет! Стиха! Здравствуй. О, кстати, круг, смотри, рыбабельный. Мы можем попробовать вот на этом мосту, на мосте, за... Угу. Засаду устроить. Но если мы хотим взять груз, нам надо выдвигаться. Гоу, поехали. Поехали. Канистру тоже взял. Оу! Оу! Комрад. Комрады. Да, стихо. Кстати, стихо. Там Женя хотела тебе написать, возможно, забыла просто. Возможно, понадобятся твои уникальные таланты. Как ты относишься к написанию сценариев? Вот, если не прочь... Ну, не бесплатно, конечно. Бесплатно, да. То напиши... Просто пингани Женю, удиви ее тем, что ты в курсе ситуации, что, типа, как бы... Миша сказал, что, может быть... Он такой, ой, как здорово, что... Нет, не говори про Мишу. Ты скажи, слушай, там вам случайно копирайт, там не нужен какой-то сценарист, например. Вот она удивится. У меня нет машины, говорю, забирай меня. Ты куда уехал-то, ёпрсоте? Блин. Что за руина? Машины. Нашел, еду. Я же тебе говорил, заедь. Я готов уже не потроллить. Женю... Надо троллить обязательно. Ничик Диас поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо, Ничик Диас. Ничего не написал, правда, кроме никнейма. Но благодарю тебя за поддержку. Приятно. Вон самолет пролетает. Зевнули. Сейчас бы мы могли на груз ехать, если бы Соколик был чуть более внимательным. Алло. Попробуй чуть за ним свернуть за самолетом на С. Ты, да, точно, тут же. Есть проблема. Проблема. Ну что, видим еще. Ты. А это какой самоль справа? Это... Блин. Смотрел. Это вызов? Да. БРДМ? Да. Или взлет, да? Вообще? Взлет. Ладно, поехали. Не, в гадку куда-то. Да. У меня только дробаш, так что. А, у нас бензина. А, у меня есть бензин! О, Сокол, продуманный капитан команды. Заправляюсь. Не благодари. Я тащу, я в шоке от себя. Красава, Сокол. Возьми с полки пирожок. Спасибо. Я после этой карточки помешу быстренько возьму пирожок, все, ладно? Ты что, кинуть меня решил? Машина слева, баги. Давай.
Не, они останавливаются, они будут быстрее. Трапаж. Не надо, не надо, мимо, мимо. Мочи. Зачем ты сел? Там даже её не надо было подтыкать. Или тебе пишут кнопку, и ты сразу её нажимаешь. Не, ну молодец, что убил. Че, я там... Я это... Да, я понял. Компенс здесь лишний есть. Так что здесь... Калаш в СС. Компенс. Тактикал. А разработчики нам нужны. Возможно, не прямо сейчас, но понадобится очень. Так что, если вдруг вот вы разраб, знаете, что на ГГ, надеюсь, скоро можно будет проявить себя. Там прицелов лишних не было, случайно? Базовых имеется в виду. А, да, был. И тиммейт зажал прицел. У одного было два, у этого один. Погнали. Погнали. Ладно, ты сам. В сторону... А, я без колеса, что ли? Нет, я без мозгов. О, нормально так текстурки мерцают. Интересно, что за артефакт такой. Парадайз говорит, могу дом построить. Есть хорошая уже бригада, спасибо большое. По ремонту на ГГ не надо? Ремонт, да не тот. Мимо гадки проезжаем. Соколик, ну поговори, что ты там, чем занимаешься? Жрёшь ли то ли опять? Открытка гадка. Гадка открыта, Соколик. Соколик, люди здесь, люди. Сокол, где ты? Сокол! Охренеть, кидало. Он жует, реально жует. Сам ли летит? Так, сырка нужна. Дискорд. Дискорд вылетел. Я в груз стрельнул, алло. Блин, реально, сокол не ест, а... Может, внутри... Игры. 64 поддержал ваш канал на 100 рублей. Алло, Соколик, ты как послал слышно? Тебе свое резюме. Спасибо, Юнит. В целом, спасибо за стримы. Благодарю. Смотрю тебя. Тебя очень давно. Наверное, это главный мотиватор, почему я тебе пишу. Люди, вот интересуюсь люди. В плане той же работы. Да, у нас, в принципе, вся команда, ну, наверное, процентов на 90 составлена из товарищей, которые так или иначе пользуются Good Game. Соколик, ну лутай. АВМ здесь, алло. Соколик, АВМ. Дискорд не работает. Ну сегодня у коллеги, у одного тоже вылетал дискорд. Видимо, у них какие-то там проблемы есть. Давай... А, ты же не слышишь меня тоже. Я не знаю, куда здесь безопаснее прийти. Ну реально Дискорд не запускается. Дискорд... А, отвалился тоже у Сокола. А, что у нас? WhatsApp можно, да? Я не пользуюсь WhatsApp, Сокол пользуется. Я ему пишу WhatsApp.
Алло. Звоним. Ой. Какой приятный звук. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Алло. Алло. Ну как дела у тебя? Алло. Алло. Я? У тебя Дискорд свалился. Да. Не это только плохо. У меня. Ага. Согласен. А ты можешь это самое зайти с приложения ПК-шного? А, понял. Я люди поехал. На 20 нокнул. Хорош. Шкет ваша. На желтой метке. Понял. Чуть поближе подъеду. Я тоже подъезжаю. Аккуратнее, он там заполз за угол, его поднимают. Да, поднимают. Не успел немножко. Поднял уже, да? Да. А, нет, он здесь. Один справа. Какой зажим? Дал одному в доме внутри. Можно его подрашить. А второй, но поднял. Справа он. А, я дал челу этому. Ну просто где он? Один в красной двухэтажке, второй, кажется, в этом доме и сидит. Да, он в этот дом забежал, я ему дал, короче. Красной двухэтажки не вижу. Да, вижу. На втором этаже. Ух ты, точный. Мне надавал. Лечусь. Ой. Тихо. Этот внутри дома. Сейчас попробую, может, гренку закинуть куда-то ему. Я объеду чуть. Да, вижу его тут, да. Как я намазал, пипец. Я перебегаю к тебе. Патрики заканчиваются еще. Пробуем свалить. Граната! Кидает. У нас позиция хреновая еще сзади. Параплан. Вижу, в окне все еще на втором этаже. А тот, да, непонятно где. Но если ты нокнешь... Опа! Стреляют другие. Алло. Я в наш кемп обратно возвращаюсь. Давай. Оттуда же вроде стреляли, из нашего кемпа. Да? Вот я. Да. Тогда я на верхний кемп. Давай. Держись. Нет, здесь люди! Блин, да как так-то, а? Ты прям на нем. Он... На углу дома у тебя. Блин. Да. Жалко. Я плохо пострелял. И разок. Вроде вертикалка есть, вроде компенсия есть, я не попадаю. Не могу компенсировать отдачу. Че с Дискордом? У тебя вообще не работает, что ли? Ну, он запускается, не только у меня, говорю. Это... Сейчас попробую... Скайп? Что, нет? Сейчас пробую перезапустить Дискорд. А ты не можешь WhatsApp-приложение ПК-шное, не с телефона, чтобы у тебя микрофон нормальный был? Блин, я Skype включил, он типа из-за безопасности, то, что вы 300 лет не заходили, введите свой пароль. Блин. А да, он это бесит. Он меня был сохранен. Это бесит. Теперь нужно найти, тема. Хорошо, что я все записываю. У всех, говорят, Discord рубанули. Ну, по крайней мере, по региону, видимо. А может, внутриигровой чат включим? Как у тебя он? У меня вроде работает. Ну, я Skype все стартанул. Как тебе?
Нет, Skype. Ты у меня даже друзья. Skype, скорее всего, сложно. Давай звук внутри игры попробуем. Окей. Только команда. Давай, go. Продолжить. Ready прожимай просто, ты ready не прожил. А подожди меня, включить внутриигровой звук. Ну мы это можем сделать уже после ready, ну что ты. Там думаешь? Будет время, конечно. Нет. Нет. Алло? Ах, какой ты громкий, подожди. Алло? 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 Завершаю звонок в WhatsApp, чтобы не было дублирования. Алло? Слышно? Алло? Алло? Ты ну, все слышишь? Отлично. Давай, Рэдди, прожимай на бас. Давай. Я пирожок себе хотел взять. Ты вот... Я тоже хотел. Изи Би, привет. В Стиме, говорит, звонки есть. Позвони. Позвони маме в Стиме. Норма аутентична, как рация. Уин 64 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо большое. Если что, пишите в телегу. Спасибо. Большое спасибо тебе за желание поучаствовать. За желание поучаствовать. Юинт, Юинт, UINT 64. Последнее, что я помню из творчества EZB, это, конечно же, рисунок в стиле пиксель-арта от Анклавушки, который показывал, ну, с Шокидом вместо лица, с крестом на груди. Такой шикарный просто. Ты видел это на Бафлуделке? Растет на глазах. Если не сложно, EZB, скинь, пожалуйста, ссылочку так, чтобы в чате сразу отобразилось, потому что мало кто у нас активно посещает флуделку и зрительную трансляцию, все-таки разные части сайта. И форумные мемчики тоже мало кто знает. Сейчас мы все посмотрим на кузнеца нашего. Так, ну здесь ездят... Наши. Большие грузовички, у нас есть план. У нас есть план на топ-1 и на полутате на топ-1. Схема отработана. Полетели. Вот он, красота. На злобу дня, что называется. Прямо рельеф повторил. Красава. Очень аутентично. Некто, представившийся как Имутфру, поддержал ваш канал на 100 рублей. Ой. И сообщает: Майкер, ой, здравствуй. Здравствуй. Папка после резидента — это как глоток свежего воздуха после унылой духоты. Может быть, я что-то не понимаю в консольной классике? Да, она специфична, естественно, это абсолютно разные игры. И тут по-всякому бывает, короче. Так, собираю все патроны. Ну, сегодня все равно две разноплановые игры. Завтра опять же Варик еще, напоминаю. У нас есть машина. Это хорошо. О, это странная стрельба. Слишком активно не находишь? Кажется, едет. Смотрю. Не вижу. Ну, очень активная была стрельба. Да, взорвали, может? Не, да не, не успели бы. У тебя ИРК есть? Да. Калаш и ВСС есть. Не хочешь топовым? Хочу. К нам садились если на 150 люди. Не взял, я бы, конечно, с этим топиком какого. Так, сейчас я еще погромче должен сделать, потому что ты явно какой-то не такой. Здесь топовую М-ку, вот здесь кинул, смотри, Миш. А, вот здесь? Да, куча, я понял. Пятерок. Тогда прекрасно. Топовую М-ку и куча пятерок. Так, продолжай. Скорее всего, ну, я бы с удовольствием поднял, когда фаст патроны израсходовал. Опять активная стрельба оттуда же. Вот здесь она. На этой. А, вот здесь.
Ну я тебе показывал, говорил что-то. А метку да, нет? Едет. Сорвали. Успеем, нет? Подожди, взорвали? Нет, да. Да. Взорвали. Подходим. Да, я возьму СКС у меня теперь. Окей. Хорошо, бьешь. Бьем. Там две тимы. СКС. Пытаюсь подсократить. Блин, нет, не вижу. Есть XKS, есть. Тихо-тихо. Вижу, люди бегают по кемпу. То есть две команды. А, там две машины. Нокнутый. Сейчас будет разборка, я пока слежу, смотрю. Могу убить, но не хочу, я не знаю, где следующие. Добили дружанин. А, не, не добили. Добили. Угу. Убили, сейчас будут лутать. Ты готов? Я гранату. Да, я камень, готов. Камень на В, камень на В. Блин, я не вижу отсюда. Камень вижу, готов. Красиво. Но они твои. Там 4 человека, какие твои, ты чё там, я чекну. Не съем это все. Они машину уже еще не полутали. А-а-а. Блин, просто кладбище. 4 человека лежит. Такой кайф. Колбасник. Без модов, блин. Битый третий. Здесь X4, увеличенный жилет. Все есть. Пипец здесь. Такая дичь. Так, наверное. Пятерки нужны. Пятерки? Блин. Пятерки, да, есть. Битая третья каска здесь, смотри. Пробитая, но как бы третья. А, ты в новый. Веймерс. Я предлагаю взять машину и в центр. Ты сейчас впитывай все, что хочешь, и все. А ВМ ты взял? Нет. А база где она? Прицел нужен. А ВМ у тебя же в руках был, нет? Мне показалось. Нет, у меня М24. Окей. Экстендед тебе не нужен. Все нет, есть, да. Все есть. А, Миш, под ВСС нужно было пятерки оставить, девятки точнее. Восьмисты. Ладно. Блин, долго лутаем, слышь? Очень. Уходим. Хочется лутать. Назад на машину. И поехали в центр. Поехали. Резика ждать только через неделю. Да нет, почему? Завтра днем Warcraft, а вечер свободен пока. Поэтому пока что ориентируемся на то, что завтра будет резидент. Ну, крена у тебя была топовая прям. Да. Думаю, они сильно поняли, чё почём. Спасибо. Могут быть люди, будь аккуратны, будь осторожен. Здесь два человека же было. А где машина? 100 через дорогу. А, она же на другом респе. На нас они прям должны выбегать, если что, эти люди. Угу. Ну ты здесь останься, я пойду за машиной. Опа. Возможно. Нет. Окей. Угу. Ну, на метку на кемп. Блин, бензина нет в ней. У меня есть бенз. У тебя есть бенз? Да. Может, сразу заправишь? Давай. Гоу.
Так, ну что, наверное, победка. Амон Ра, привет! Да, пульсометр подключили, но, правда, через телефон, через приложуху, потому что у меня же на стационарном ПК Bluetooth, насколько я понимаю, нет. Хотя не проверял детально, но, кажется, на этой маме... Ну, вообще, не... Я в этом не уверен. Насколько часто в мамы ставят, ну, стандартные ПК-шные мамы ставят Bluetooth? Редко. Такой вопрос. Ну, вот я тоже думаю, что это ноутбучный must-have, а вот на мамках вроде это... Скорее исключение. Z-серию обычно ставят. Z-серию. Если Wi-Fi есть, то будет устроен. Можем, кстати, здесь порыбачить. В компе, наверное, лучше, не? Давай. Окей. Ну, ты, конечно, блин, при... Здесь открыто. Местами. Аптека там справа. Как будто бот лутал. Сам ли. Выдвинемся на этот, на мост. Сейчас рано. Никто не поедет в центр. Окей. X6 нужен, не? Нет. Я с ВСС останусь. Такая карта может пригодиться. Глушитель на R нужен? У меня на B560M установлен Wi-Fi и, ну, и Bluetooth, видимо. Там мама обычно порты ставит, чтобы сзади вставлять флешку, конечно же. Да-да-да. Самолет на взлет идет. Можно смотреть. Они отцепились. Много энергетосов у меня, там 13 штук, если тебе нужно. У меня 3. Ну, значит, нормально у тебя все. Давай. Делись. И другой самолет летит. Да, техдев, это пульсометр. Так решили оставить после резидента. О, ты в гнездо пошел, что ли? Угу. Мы немножко палимся. Справа довольно активно 140 стрельба в кемпе в соседнем. Внутри, а, это в Гуэтом, да, в Пайнане. Там всегда. Все неспокойно. А, новый круг, да, вообще с другой стороны к нам поедут, если что. Хотя нет, самолет-то был по-другому. Короче, я не знаю, что делать. Я здесь подождать. Ну, машина у нас по спине, например. О, ты сконнектнулся. Алло. О, куда? Ну, и Дискорд я выключу просто. Ага, так, да, я отключил в игре. Можно. Все, в игре. Все готово. Слышно меня? Алло. Алло. Алло, алло, алло. Алло, алло. 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 Как выключить этот? На какое это сокращение, чтобы выключить игры? Ctrl-T. Все выключил? Отлично. Ты меня слышишь? Да. Отлично. Нет. Разобрались. Кажется, я через игру с тобой общаюсь, ты через Discord. Не. Конечно. Через игру же ты не общаешься. Оп, сзади. Блин. Вдвоем. Ну, кто зад смотрит? Ну, соколик, ну, ёпрыса ты. Видел вообще. Эх. Но они за секунду тебя, чё, где я увижу там в Вьетконге, блин? Я даже не вижу, где они сейчас. Пингских, привет. Хорошо, спасибо. У тебя как дела? 100 лет.
Стой, где он? Сейчас лутать будут же. Подъезжают. А, нет. Это не они подъезжают. Я не вижу их просто. А, вон он наверху вроде. Ты сидишь, не? Да. Это странец. Ну, они синхронно начали стрелять, да. Там. Да, нормально, ничего страшного. Могло быть хуже. Михаил, привет. Да, давно PUBG не играл, не видел, чтобы играли. Скажи, как сейчас обстоят дела? Вид от первого лица актуален, много читаков играется после выхода в Warzone. Да мы не играли от первого лица, мы по старинке от третьего. Читаков стало заметно меньше. И я не помню, если сейчас, когда последний раз читеров встречали. Редко. Угу. О, ни хрена себе. Тяжело. Сокращает, что ли? Что ты делаешь? Зачем? Блин, мне нужна твоя каска. Блин, это было просто... Я знаю, но я думал, он дольше будет поднимать. Но я все равно быстрее умер, быстрее это начнем. В смысле поднимать? Ты нокнул там одного? Да. Нифига себе. Что, не заметил? Нет. Это было настолько быстро, что я даже не заметил. Поэтому я думал, быстро каску возьму. Но было плохо, потому что, видимо, он в ту же секунду сразу начал поднимать. Да, ошибка. Одна ошибка, и ты ошибся. Ой, ой. Что? За то, что нокнул краб, да, ну спасибо. Катарсис, ну чё за это самое? Давай ссылку, как мы любим там говорить. Да. Ссылку на профиль. Так, ладно, попробуем взять реванш на этой карте. И есть момент, так, когда... пойду быстро принесу себе. Когда ты трешок. Боишься злодеев, они тебе нравятся, одновременно за симпатию с кукольницей было страшно и мерзко. А еще на кукольнице ты пугал сам себя, что сам себе нафантазируешь, того и боишься. Игра как бы ничем не пугает, дает просмотр, простор для фантазии. Да, вообще ничем не пугает, просто из темноты выпрыгивает. Ну, это как бы не это самое. Крики, резкие перепады звуков, она не пугает, это ты просто пугаешься. Ну так-то да, можно сказать. Игра как бы ничем не пугает. Вообще. А ну ты даешь. Простор для фантазий. Не среагируешь правильно, тебя сожрут. Разорвут на части. Идешь все тихо, потом ааа. Я не согласен с тобой. Слежу за тобой. Очень давно, пишет Starscream. Встречал на турнире в Power Craft 3 в Питере. Турнир от Fair Gaming, да, кстати. Что-то вспоминается. Спасибо, что следишь. Мне как-то, конечно, неловко. Но приятно. Турнирчик год примерно 2008-2009. Fair Gaming. Ну, я помню клан такой Fair Gaming. Помню... Опа, Fair Gaming. Тоже у нас в Питере тоже за Fair Gaming выступал. Белобрысый, высокий тоже. Щегол. Ой, не помню я никнеймов уже. Гуф, привет! Страшнее всего... Не сам страх, а ожидание страха. Я посмотрел только-только, что на ютубе вчера лежало. Вот, когда у тебя оружие забирали, тебя же не пугали ничем конкретным, просто странные звуки. Двери сами закрывались. Но игра давала тебе возможность самому нафантазировать что-то страшное. Ну, слушай, ты идешь дома. Прыгаем. Ты идешь дома, свет выключен. Открываешь дверь, и тут она за тобой захлопывается. Сама. Без сквозняков. И ты понимаешь, что ты дома один должен быть.
Это тоже как бы за... А иногда ты просто рад, что ты не один, и обнимаешь этого букашку, чебурашку, и это, радуешься жизни, что кому-то ты нужен. Букашку, чебурашку? Кто закрыл дверь за тобой, хотя ты живешь один. Да, Хами, слежу за тобой. Мы... А, это как в этом, в XCOM'е. Мы... Как они там? Какая цитата? Мы едины? Нет, нет, нет. Мы крабы? Как этот совет говорил, какая-то цитата. Не будем на связи, мы за вами. Мы следим за вами. Ну, мы не следим там, за тобой. Не... Нет, вот, вот что-то... Мы твою маму. Нет. Нет. О, Иман говорит, прекрасный глоток прохлады в этот знойный февральский вечер. А-а-а, привет. Мигеру всегда передаешь привет, я знаю. Мигер, он такой мигер. Нужна эрка, не? Да, патроны нужны. О, вектор, а? Смотри. На, вот что так. Там? О, ну у меня есть. На мне все это есть. А? Ага. А есть эрка? Конечно. Был похож на человека без пушки. Я спросил. Мы наблюдаем за вами. Да, помните, мы за вами. Ну да, там мы наблюдаем за вами. Опа. Что это такое? Так, ну это не едет. Есть у нас мотоцикл. Я кинул шипы посередине. Редот нужен? Оу, побег. Редот нет. Ждем машинку. Вот интересно, я угадал или нет? Не смотрел вчера жизнь, мне казалось, что кукольница тебя одурманила, та кукла лежала на столе, была на самом деле твоей женой, просто тебя глючил, ты видел куклу, получается, по факту. Сложно. Не, ну об этом я не думал. Может, это какой-то подтекст? О! А вот это прям сигнал. Слышишь? Едет. Едет, 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 едет. Там? Пропускаем, пропускаем, как можно ближе. Угу. Я все равно... Воин крыши. Можно начинать, да? Да, можно да. Начинать. Ну, дай пропустим. Прибегут. Уочи! Скажешь, когда мне можно лутать? Можно. Иди. Иди лутай. Уочи. Шемида. Думаешь, шемида? Странно, что они не пошли на стрельбу после того, как машинку подкоцали. А, там они с кем стреляются. Подойдем к ним? Добрый вечер, повар, привет! Добро пожаловать. Подходим, нет? Да. Но они прекратили стрелять. Либо убили, либо нет. Ага, нет. Да, мы через выше надо подходить. Аккуратненько. Пока не вижу. Вижу. Смок на желтый. Вижу, да, на желтой есть даже чел. Вижу, да. Не, пока не стреляю. Кого? Где? На желтый. У нас ближе запас люди. Получил. В кемпе. Через дорогу в кемпе вроде. Да, вижу. Дерево. Дерево, камень 115. Сейчас лечиться будет. Лечится. Хорошо, убил. Сразу умер.
Остались люди на 130. Не вижу. Ну, далеко-далеко, они с кем-то стреляются еще. Ух ты. Капец, плохой обзор. Они, кажется, в кемпе на горе. Да, в кемпе на горе. У дерева 120. Сидит. Ждет. Не стреляет. Вижу. Стреляем? Да. Хорошо. Дружане подходят к нему. Их убивают еще. Да ладно, сколько... О-о-о-о-о! Ну ты нокнутого добил. Нокнутого. Справа думаю, по нему кто-то стрелял, другое. Да. И за камень бежит. Справа бежит. Твори добро. Да, то есть там два человека из разных тим. Стреляются. Пока не убили, сокращаю. Я справа оббегаю, как тот бежал. Посмотрю сразу лут. Лутецкий. Они все еще там. И они на нас пойдут. Им надо просто. Ага. Да, вижу одного. Лутает, надо убить. Где, где, где? Попал. Ай. Пока не палюсь. Можешь со мной сейчас пикать. Кажется, машина едет за спиной, нет? И столько трупов. Угу. А-а-а! Боль. Ну я в сейве, но, блин, боль. Ну нахрена, ты начал стрелять... Ну, короче, забей. Это... Ну я думал, я его убью. Понимаешь? Я побежал как дурак. Я говорю, они на нас побегут. Ну. Ледокол, привет. Спасибо, Михайлович. Да иди к черту. Все, он нокнул. Убегает, смотрит. Под лестницей. Можем убить. Угол, все поздно. Справа ушел, направо ушел. Давай, может, с кем вернемся? Туда, на... Добил. Да, окей, пусть лутает. Добил, добил. Думаю, надо через дорогу в кемп, я оттуда мониторить. Ай! В голову. Спасибо. Не надо, зачем? Ага, он сейчас будет простреливать. Окей, спасибо. Аптечка, если есть, я возьму, у меня бинты только. Пульс поднялся. Е-е-е. Спасибо. Кепку, если увидишь, кричи. Я смогу. Кепка 3%. Здесь есть первая кепка. На мне. И вторая в салат битая. И он. I don't know. А он есть. Посидим, что ли? У нас с медициной беда, кажется. У меня есть еще две аптечки, но, блин, нам он нужен.
А то если он перебежал наверх уже сейчас нас выцеливает. Не успел бы он. Да, вижу его. Ну дай направление. 120, тот же кемп бежит налево. Угу, окей. Вижу его, блин, вообще молодец. Я очень рад за тебя. Бежит вон внизу. Надо будет стрелять когда-то. Скоро, поехали. Сейчас. Поехали. За камнем будет, все, забей. Не-не-не, давай, давай в этот. Тебя в кемп сократим, убьем его, надо убить. Окей, ладно. Он же будет кошмаром нашим. Я не думаю, что он там за камнем, его там low ground по всю длину. Вали. У меня! Давай. Он успел пробежать. Давай, уходим в зону. Он будет по правую руку. Вижу его. На 25. Вижу. Блин, опасный мангуст вообще. Сейчас попадает в бегу. Ага. Капец, вот он псих. Так, а что у нас там по машине? Где этот мангуст? Не будем его? Мы время потеряем, у нас меньше полуминуты осталось для того, чтобы дойти до круга. Не помню, у нас была там... У нас мотоцикл, кажется, был на респе, не? Да, я тоже так думаю. А вон баги стоит, он в нее может сесть. Может. Мониторь баги, я за... Да, давай. Не, я за баги не пойду, ее надо убить. Нет, мониторь баги, я имею в виду, пока он не сел. А я за машиной пошел, за мотоциклом. Мотик у меня. А, нет, он пробежал, он мимо пробежал. Сейчас он на мотик может побежать. Я мониторю его, стараюсь. Мотик он перед тобой мотик. Или где? Он через дорогу на N. Я плохо вижу, но не хочу двигаться, спалюсь. Поехали. Бегу к тем. Ладно, собираем. Да. Блин, такой он, конечно, шустрый, капец. Поставь метку, пожалуйста, куда едем. Поставил, да? Желтенькая. Хочу проехать туда, а? Да, тут везде веселуха будет. Можешь машинку? Не-не-не, слишком опасно. Только что стрельба, и ты хочешь машину поменять. Не-не-не, все. Держись, там могут быть люди вполне. Объеду сначала аккуратненько. Не вижу. Открыто. Блин, плохое место. Ладно, гоу. Такой он псих, конечно. Ну пусть тогда по всей карте идет. Обратно. Что-то лутать пошел тут на кемп. Я пошел тут просматривать дорогу. Лутать, здесь вроде бот лутал. Так. Ну, нам, в общем-то, неплохо. Мы чуть-чуть выходим, уже в зоне. Вижу, человек далеко на S. Вброд переходит. Через нас могут пойти, да. Может, все-таки центр займем какой-нибудь домик? Ну, как хочешь. Поехали, чё. Go. Только надо выбрать правильный домик. Там точно есть люди, вопрос только... Или вот этот кемп на желтый.
Доехать бы. О, там точно есть люди. Ладно. Сейчас разверну. Опасненько. Нок-нок в соседней деревне. И броня нулевая. Внутри. Перед машиной лежит. Мне каска нужна только. Каски тут нет. А эти домики не такие вкусные, как те. Ну, а тебе сложнее зашишать. Сработывать, да. Стреляют. Да, опасно. Я, наверное, лягу вот здесь. Хотя отличное место для... Так, это... здесь машина на горе 140, между прочим. В камнях. Не бутафорская, нисколько. Народу мало осталось на такой круг. Терпим. Скорее всего, с машины вот эти вот люди 170. Они на горе просто. Закроется. Окей, оставимся. На нас побегут 150-170. Или на тот кемп перебежим сразу, а? Поехал, побежал я. Шкарусом? Окей. Угу. Могут быть люди. Могут просто сидеть тихо. Надо бы проверить, на самом деле. Угу. И потом к периметру, к этому, к заборчику. Ну, здесь, по крайней мере, потому что будут бежать точно на 100, на 85, может быть. Правда, отсюда не пострелять, только с угла пострелять. У меня здесь это окна как раз в ту сторону. О, сели. Завелись. 160. Буду зажимать, верит. Думаю, так. Врезались. Разбился. Mm. Значит, ты ему это хорошо в каску попал. Вижу, а на 165 также бегут два человека. Еще слева 85. Нокнул одного? Uh-huh. Ты 85 тогда смотрел, я? А вижу, там же бежит второй. Добил. Еще слева. Убил. 70 был человек. Ну и сзади у нас, сзади как ты друзья. Слышишь. Мы в круге нормально, ну почти. Да, у нас 100. 10 человек. У нас на горе. На Е один человек минимум. А, вон ползун же. Блин, ползет через дорогу, капец. Серьезно? Где? Два человека там. Один на 110 близко. А, за деревом вот. Возможно, дружанин, но... По мне стрелял так. Вижу, за деревом. Вроде гранат нормально. А. Еще один был за деревом, другой, да? Это он же. А, да, ты еще бежит. Твоего? Не-не-не, стоп, бежит к нам прям. Добил. Теперь добил. Убил, да. Бустеруюсь. 7 человек. Слышишь шаги слева от меня.
Видимо, вдоль забора есть люди у меня. Так, иду. Подходи ко мне, у меня зона. Блин, может на горочку? Давай лучше за. Вот сюда. Надо вот направо бегать, да. Я через камни пошел. Давай, я мониторю вверх. Да, наверху нас уже смотрят, 290. Блин, 5 человек. 290? 290. Там где камень? Да, он уже. Ай, вижу. Черт. Там еще другой. То есть два наверху, один слева у нас. Не торопись, я лечусь. Да, у меня плохая. Обманочка есть. Святошин. Справа флешка? Что слева? Они убили слева, получается? Нет. Этого? Потому что сейчас справа, только что флешку убил. А, может быть, может быть, может быть. Тогда, да, могли. У этого Т3 был. Не нокнулся с крика. Пять человек. Как нам подходить, непонятно. Смог есть? Нет. Мне надо через справа как-то вот сюда бежать. Я сокращаю потихоньку. Это моя. Я пошел. Да, давай. А мне здесь чел где-то. Твой раненый был. Нокнул одного. Второй на мне. Мой был в красном. Вижу моего Чубака. Меня выцеливает. Еще где-то есть один, не забывай. У меня здесь один есть за камнем. А. И ты в круге, на тебя надо бежать будет. Хорош. Моего нокнул. Вижу твоего Чубаку. Грену он кинул, смог. Обходит слева. Моего добил. Раненый Чубака, не убил. Прям пустуюсь. Я потихонечку ползу к тебе. Круг через секунду. Он вылечился. О! Это читерство. Мне сразу все в голову. Ну ладно, читерство. Сейчас посмотрю как. Он не должен был знать, что я там. Угу. Я в смоке был. Пипец, мне все в голову летело. Сержант Пеппер, привет! Властецкий у нас по времени. Теплый весенний, а вечерний. Ну еще. Уже скоро весенний. Да, ну стреляли нормально. Смотрел вчера твое интервью с Игорем Андреевич с Стримфеста 2019 года. Не выдержал, прослезился, скулы свело. Скулы свело. Да, сержант Пеппер. Отдача прям в голову, все прилетело. Да, я плохо пострелял тоже. Ты там молодец, одного убил, второго нокнул. Да, Найт Салмон. Я посмотрел сейчас, ему просто отдача, он стрельнул вообще в сторону от меня, а завело наверх, и мне все в голову. Бок наверх. К сожалению. Ну что, какая карта там? Мы сегодня ни разу не ливали с карт. Это может, о, все, отлично, и не будем. А может они там что-то под... Как обычно, паровоз Сокол тащит вагоны Мигеры. Мы команда. Гаймадга, гаймадга. Троллейбус. Игорек поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Так. Мишкер, привет. Когда продаешь герцогу трофеи, которые дропаются с боссов, продавай по одному. Герцог лорные комментарии дает. А будешь турнир по варику костить завтра? Да, анонс я уже сделал, Игорек. На завтрашний турнир, еще сегодня днем. А это значит, что ты не получаешь уведомления о начале трансляции и об анонсах.
А по поводу продажи, да, было уже такое замечание. Я просто не очень отношусь, ну, то есть, так, прохладно дышу к лору. Меня в Резиденте привлекает, ну, что привлекает? Графическая составляющая, квестовая составляющая, эмоции, естественно, которые периодически подсовывают. Разноплановые, причем, эмоции, которые игра периодически подсовывает. А лор изучать, ну, это такое. Хочешь лор, читай книжку. В таких играх лор. Пульсоточка, я собрался. Соколик, это ластецкая, судя по времени. Давай, не подведи меня, пожалуйста. У тебя Соколик. Пульс в PUBG жестче, чем в Resident Evil, да? Ну, сегодня была такая разгрузочная трансляция, ничего страшного почти не было. Не то, что вчера. Но вчера у меня пульс шел на понижение, когда мне было страшно. Душа в пятки уходила. Знаешь, руки холодеют. То есть ты реагируешь не убеганием, адреналином, а просто вот парализует тебя как будто страх. У ну, страха дичь. Глаза велики. Глаза. Так и есть. Машину сразу взять. Да, давай есть? За машинку. Как? Ну... Где у нас машинка есть? Ну, прямо на SE. Окей, ладно. Понял, так я на работе, телефон гудит, уведомления не замечаю, но они есть. Ага, ну хорошо так. Спасибо, Игорек. Телефон гудит. В МК есть, если что. Взрослые люди. Скорее. Надо мне что-то с этим делать. Скорель берил, если что. Нужно скорее возьми, пожалуйста. Ну ты, я все равно за машиной побегу, ты подлутаешь. Потому хорошо. Что мне некуда. Раз ты так. Касочка бы, но нет. Там-та-ра-та, мы в центре. А, тебе касочка нужна? Угу. Но я уже за машиной побежал. Была? Нет? Миша, а ты город Котла знаешь? А какой, южный или какой, или северный? Там вроде... Или просто Котлас, была и Котлас каска, южный нет? Есть. Нет, каски не было, к сожалению. С чего ты взял, что каска? Не, ну просто... Мимо Котласа мы... Ну, идет же железная дорога из Воркуты, там через... Я не помню уже, станции... Кроме взял Скорельку? Скорельку не взял, у меня МК есть. А ну, топчик. Вот, а Котлас тоже проезжается. Погнали. Тапок спрашивает: ребятки, котятки, а где Понти? Понти очень редко к нам заходит. Ну, она с Локи замуж вышла. Он один и южный, и северный. Она... Да? А что думает об этом первая жена? Осторожно, здесь могут быть люди. Локи не мебель, подвинется. Или нет, что-то в другом контексте говорится. Но одним словом, все хорошо. Паша, привет, передавай. Да мы только сегодня с ним виделись. Ну, то есть как он в горах знаю. Где-то. Что за видяшку взял, кстати? Что дали, то я взял. Это 3060? Ti! Вау, довольный как слон. Первая жена Понти. Первая же на пойнте. Мне только каска нужна, и все, больше ничего. Тоже. Red Zone, уедем, не уедем? О, сейчас самолет еще полетит, скорее всего. Полетел. Самолет летит. 240. Не будем на гору заезжать. Гоу. О, завтра тоже приезжает. Поздравляю, поздравляю. Хороший видяха. А вон вижу его. В сравнении с моей старой, просто небо и земля. Такой приятный перформанс. Просто unbelievable. О май гад, был unbelievable. Yeah. Правее. Едь правее через дорогу, а ты же через Хазиенду поедешь, там же. А-а-а! А, о, скинул. Выкинул. Камень.
О, кого-то взорвало редзона. Мне кажется, мы немножко не успеем грозу. Ну, убьем их, значит. Экстендед на снайпу нужен? Нет. Выкинул. Метку скорректирую чуть правее. Камень. Кажется, кто-то еще едет. Нет. Спокойной ночи, Парадайз. Постараюсь не посрамить. Не дождался. Парадайз, ну это самое, не скучай. Представь, что вы играете с Соколом в PUBG перед сном. Пусть тебе приснится. Душевника, конечно, на ГГ говорит Blade Monter. Да, в этом и смысл. Ой, машина прямо. Справа налево проехала. Да? Вон она. А они не успели еще подлутать. Они не на груз. Я смотрю, ты дерзкий, ничего не боишься. Прямо еду. Прямо еду. Он есть. Левее. Думаю, мы сейчас все увидим. Вон справа. Вот он, справа. Молодец. Плиз, я подлутаю, да? А ты лутал, да, уже? Не лутал давно. Давно не лутал. Окей. Очень давно. Красава. Ну, я должен. Третья броня. Там лишняя третья? Да. Поехали. Я тебя убивать будем с грозы? Физява. Пусть по одному подходят. Андрей, спасибо, там есть возможность справа, пожаловаться. Справа, что ли, стоят на горе? Ну-ка, проезжай, проезжай. Нет. Да вроде нет. Куда? Мы, кстати, повторно отправили, там юрист отправил о повороте ходатайства. Первое потеряли в суде, второе отправлено. Что за ходатайство? Ну, чтобы штраф вернули уплаченный наш. Первое потеряли в суде или потеряли само ходатайство? Потеряли ходатайство. То есть документы? А да, документы. Дело. Не, не дело. Ну, терять а дело, теперь короче, не проценты дело. Требовать, не? Нет, не можем. Потому что там частично удовлетворены требования, а не полностью. Куда едем-то? А, не прям, а вот так, да. Ну, поехали, вот что, можно сюда, типа. Что такое? Боюсь. У меня шаги послышались вообще в двухэтажке слева. Что за глюки? Тебе нет. Кто ищет? Ну ладно, есть куда именно. А-а-а, ты в другое место поставил. Да едь куда хотел, значит это было правильно. Готовь стрелять. Так, конечно, скоро мы без бенза останемся, да? Ну вот машина новая. Самолет? Звук я какой-то впереди. Да, прямо на нас. А он шар забирает из хазиенды. Да? Да. Шарли? Воздумахан, вас из лос! Майкер! Вас махсту, майн фройн! Да я смотрю на самолет, чего? А зачем туда забирать людей? Они же в центре находятся. Ну, нашли шар, решили понтануться. Гринтус говорит, Миша, ты не понял. Новая видюха — это была компенсация оплаченного штрафа в суде. Просто официально возместить не получалось, поэтому отправили через человека. По суммам все сходится. Дроп справа. 300 и 300. Нет, ну... Она далеко не 300. Она стоит 90 где-то. 90. Шутки за 300. Ты
300 и 300. Ну, схема интересная. Находчивость проявили, изобретательность некую даже. Он скинул справа на 195. Стой корем, конечно. Долго. Даже два груза, видишь? А, нет, это один. Один, точно один. Один вдвойне. Воу. Красава. 200 метку бы, прямо еду. Метку бы. Да хорош, что они такие? 3,5 часа сегодня был резик. Стайкориум. Че ты, слабак, я не пришел на трансляцию? Так поиграли с пульсометром, с одного босса, второго босса. Новые пушки, новые грейды. Головоломки, рыбу увидели. Ты все пропустил? Рыба? Ты рыбак? Да. Я оставил даже композицию, но... Право. Внимательно. Очень быстро. А потом можно в кемпе слиться быстро. Винтовка МК беру. О, отлично. Сливаемся. Машину можете спрятать. Спрятано. Вообще хрен увидишь. Иксовочку бы. Я тоже нуждаюсь. Давай посмотрим, вдруг здесь найдется что-нибудь толковое. И мне еще эта снайпа нужна. Планшет для дрона. Я тебе поверил с анонсом, а ты подвел. В смысле поверил? Как я подвел? Был анонс, был Resident Evil. На 6 часов на Resident был анонс. Сначала на Warcraft на завтра на час, потом на Resident на 6, а потом на 9 с соколом PUBG. Ты на кого подписан? Стайкориум. Стайкориум. Алло. Наговаривает еще у нас свидетель масс. Готов подтвердить. А X3 здесь нужно? Да, хотя бы что-то. Вот здесь нам... Пометочки. Класс, спасибо. Ну что, можно и постреляться. Ого. Вторая каска, но тебе не нужна. У тебя третья. Снайпы нет, это дичь. Две рукоятки пробежал. Класс. Бывает. Бывает. Ну поехали, чё ты, я ж... Ты ж... Ну типа вот сюда. А-а-а, там такое место. Или чуть севернее, там кем поменьше, его попроще. Вот этот? Ну, не знаю, можем мы большой попробовать. Ну, взять вот этот удобный. Бетоночек. Удобный? Угу. Точно? Встречать всяких... не людей. Ох, чувствую, что... А-а-а, ёлка! Да я закинусь. Ты, конечно, безмятежный такой сидишь. Так, ну это ластецкая, напоминаю. Надо победить. Кого-то убить желательно при этом. О, едет! Машина. Поехали. Остановились. Остановились. О. Блин. Где? Ага, вижу. Но Чанский. Я лечусь. Аккуратно. Вылечись лучше. Ты
Ну, сам себя ослепил. Есть. О, они нас убили до этого, помню. Да ладно, это да. Тролли Шпренгер. Да. А что такое Тролли Шпренгер? Так, какой-то нубас. Опа, аккуратненько. Трист. Ой, а. Хорошо, меня расчехлили. Сможешь оттуда свалить? Да, сейчас. Ёлка-ёлка. Как переводится тролли Шпренгер? Не знаю. Блин, у них в обоих винчестер. Пип. Профессионал. Так, ну что, там место-то такое, более-менее занятое. Набрал? Там столько лута, я не успел ничего подлутать, Миш. Там где два винчестера. На горе, что ли? Они не с нами стреляются в данный момент. Не, по мне стреляли только что дико. Да? Да. А там была иксовка, кстати, у них. Вряд ли с этими... Четыре была. Блин, я ничего не успел поднять, меня сразу расчехлили. Да? Там четверка была. Я даже медицину не взял, блин. Обидно, досадно. Не знаю, зачем ты ездил тогда. Ну, я хотел подлутать. Надеюсь, есть что-нибудь на МГО. Глушитель есть. Смерки нужны. С датского это дроссельная заслонка. Ты что, не знал? Нет. Поехали. Куда? Ну, сейчас заехать куда-нибудь в круг, наверное, нет? Мы не в круге? Мы будем скоро не в круге. Не, мы в круге. Здесь Extended есть быстрого доступа. В кемпе соседями 20 люди. Две команды. Опа. Я не понял. Блин, я это не НВ, что ли? А, не да, 290 НВ, но я его не вижу. Где-то сидит там, блин, писюлька торчит. Как он мог? А, он мог меня здесь увидеть, да. Ну, на скале там периодически выглядывает, видимо. Да, на скале. Ну, в кругу. Или все-таки... Погнали. Го-го-го-го. Вижу его. Го-го-го. Слушай, ты можешь нокнуть? Го. Ну, это пошли вот эти вот темы. Подожди, там это... Не, не подлутаем. Оу! Еще. Плотно кладут. Блин, нет. Ой, мама, Миша, нет. Мы в ПК, да? Да. Мы еще раненые в ПК, да. Здесь люди. Чувствую себя как гусь. Здесь люди. Слева. Выглядывал из заборчика. Я гусь. Давай сначала на горочку как-нибудь, типа, посмотрим, есть там кто или нет. Что это слишком козырное место, чтобы... Давай. Блин, опасно. Можно пешком, в общем. Ну, сложно подойти пешком сюда. Закрыто вроде. Третий рюкзак. Открыто. Открыто, да. Хорошо. Я питонки. Так. Ой, будут... Наконец-то СКС нашел. Это что-то. Такой ксовочек нужно теперь.
Red Dot. X1 есть. О. Это сверху. А, ну это, да. Интерфейс сайта на мобилке почините, прежде чем говорить про анонс, чекбокс с вариантами помещения на почте. Safari на iPhone не прожимается. Да, бывает. Все, будем прежде будем все перепроверять сначала, а потом про анонсы говорить. Чтобы все во всех браузерах все работало сперва. Извини, Stycorium. Обязательно. Все перепроверю лично. Перед тем, как сказать про анонсы. Вдруг что-то сломалось. Извините. Что делать будем? Я боюсь. Да, на Internet Explorer надо еще протестить, чтобы все нормально было. И Safari, о, iPhone. Нет, ну, я тут точно не прав был. Да, давай бояться вместе, вампирчик, привет. Hello. Блин, без прицела как-то очково. У тебя вообще никакого? Ну, Red Dot, но SKS. Живем. Да нам надо кого-то убить просто. Они прям синхронно стреляют, ты понял? Ой! Ну, по скалам будем потом спускаться. А вообще они же не смогут со скалы спуститься там слишком резко. То есть они пойдут, скорее всего, с НЕ. Да? Нет? Угу. Машина едет 275, но объезжает вроде. Не факт. Угу, да, с НЕ пойдут точно. Надо их мониторить как-то. Ну там, кажется, нет спуска со скалы, или есть безопасный спуск со скалы? Ну, NE, как ты говоришь, они могут вот здесь через желтую спуститься. Упасть? Чуть-чуть продамажиться? Угу. У меня еще, чтобы, кстати, не припессивнились никто. Я смотрю, короче, E, S, E, NE. О, X3 нашел. Ло-ло-ло-ло. У тебя гранаты есть? Я. Yeah. Одна и молотова. 7 штук? Да, скинул 3 на мне. Внутри. 3 внутри? Uh-huh. Взял. Вау. Мы столкнулись с обыкновенной расслабленностью ГГ. Про чем макро взять вопрос под личный контроль? Взято. Взято, записано. Уже не уйдет. А, они там же, Миш, на желтой, они в зоне. Да, но потом-то как? Многие люди не думают, что будет потом. Груз 300 сейчас нам выкинет, смотри. Да, нам выкинул на 230. Ну и чувакам на этом, на джипе. Я думаю, что еще другие пойдут 55. Да, должны. Народу уже маловато. Очень мало народу, mm-hmm. на самом деле. Груз не хочешь помониторить? 230. 230. 230. Mm-hmm. Не, без шансов. Окей. Okay. О! Этим взад вышли. На скалах. Понял? О, машина. С севера едет. Это важно. Буду сейчас зажимать. Если поедет к нам. Вроде с той стороны. Хотя ей там не особо есть куда ехать. Уехал. Блин. Ноу! Ну, можем расшатнуть домик, как бы. Да, пока не поздно. Надо давай. Справа бегать.
Да, мы и так груз видим сейчас. А, у нас машина далеко. Я понял. Там люди были. Могут быть здесь люди. Машина есть. Груз вижу. Можно ехать. Груз я не Go. Желаю. Go. Ты за руль. Go. Ну, я не знаю, это будет аркада. Я в дорожку выпью. Болика. Выбирай домик. Одноэтажный ближний, да? Окей. Слева. Пошла. Вижу другого, он на двухэтажке в правое окно. Попробую зайти все-таки. Зашел. Оп, нет, еще сзади стреляют. Давай со всех сторон еще. Так, это наш дом. Наш дом. Держись. Охраняем, будем жить в нем. Опа. А как? Да-да, они сейчас на первом этаже на 200 есть чел. Ой, там другая команда, там два чела. Кайф. У нас есть стальная дверь, которую не прострелить. Шикарно. Просто шикарно. Не докидыш. Здесь две команды, которые... Ага, граната сейчас прилетит. Я отбегаю. Он ее зажал. Ну, не кинул. Очень хитро. С его стороны, считаю. Так-то я закрыл дверь. Вижу людей еще на 40. А, полная же огурцов. За деревом 30 человек. Сейчас из дома, из двухэтажки будет выходить. Блин. Угу. Еще люди на N на 5. Стал одному. Пипец, здесь в каждом доме, в каждой твари по паре, блин, в доме. Ага, меня мониторит. Да-да, монитор. Перебегать будет к нам тяжело, чел. Если тебе нужна поддержка, пора это самое на перебегание. Вот это теперь правильное. Ух ты, йоу. Живой, нет, что ли? Нет, пока что норм. Самое главное, чтобы нас потом не штурманули. Флешка. Они, кажется, собираются нас штурмовать. Да. Подбежали уже. Да. C4. Я выхожу. Я назад смотрю. Надо в синий дом. Ой-ой-ой. Пытаюсь вылечиться. Какой синий? Есть представление, как бежать? На 245 перед нами. Ну, блин. Я смог и откинул. Нас простреливают там. Я к синему прошел, но... Ай. Синий зашел. Он вообще дырявый. Ой, тут нас... Ай, горю. Капец, я сгорю. Черт, я ГГ. Просто. Ой, какая грязь. А, еще Грена. Держись. Я уперся. 8 человек осталось всего лишь. Блин, у них еще это. Как рыбку. У них ангар.
Минус один глава. Тут двое должны быть в моем доме. Они будут их штурмовать. Желательно тебе их пропустить, чтобы началась стрельба, и чтобы ты дошел хотя бы до ангара. Угу. У тебя была броняк что-нибудь? Да, я сгорел вообще здоровым бобром. Я думаю, я должен был убить, нет? Двоих? Ангар. Проблема у тебя с ангаром. Людьми в ангаре. Медицина, затаривайся, бустируйся полностью просто и все. И выходи, может, даже из синьки. Видишь, эти знают. Там ты хрен из два подойдешь. Мне через право как-то бежать в смог, он вдоль заборчика. Да, наверное, так. Но желательно одновременно со стрельбой. Эти пошли. Пошел. Не стреляй в спину. Выбегай, блин, позицию занимай. Вот ты любитель, блин, пострелять без толку. Справа второй. Хорош. Блин, почти молодец. Хорош. Ладно, друзья, увидимся с вами завтра в чат. Спасибо Соколику за компанию. Ой, в жизни не осталось, ё-моё, ну ладно. Да, бывает. Давай, пока. Всем спокойной ночи. Пока. Пока. До завтра, друзья. До свидания.